У Кировской области новый губернатор. Сегодня им официально стал Игорь Васильев. В течение года до этого он исполнял обязанности главы региона. Сама церемония инаугурации, как и было заявлено, прошла без излишней помпезности. И даже по времени заняла всего 20 минут, а не 40, как планировалось. За это время на сцену со словами поздравлений вышли несколько должностных лиц, в их числе полпред президента при Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, а также представители разных конфессий. Духовный наставник вязких мусульман подарил губернатору символическую казну в виде мешка под деньги, как символ бюджета области, который предстоит наполнить, а также плеть, потому что, цитата, «каждый чиновник должен знать свое место». Среди гостей также были члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, областного заксобрания, члены региональных администраций всех уровней, представители избирательной комиссии области и почетные граждане. Сейчас, как было отмечено, перед губернатором Васильевым стоит немало задач, которые должны способствовать процветанию области. Решать их он пообещал во время произнесения присяги. У нас выборы каждый день. Мы каждый день встречаемся с людьми, каждый день принимаем решения, от которых зависит их жизнь, и они делают свой осознанный выбор. И вот такая стратегия и тактика по привлечению широкого круга людей к формированию программы правительства Кировской области, к принятию решений, дала свои плоды. И мы видим те результаты, которые мы сегодня проводим. Вам, по-моему, сегодня подарили кнут, да? Ну, наверное, плетку. Не бойтесь. Не бойтесь, да. Это не для журналистов. Это не холодное оружие. Знаете, я напомню, да, вот так в качестве шутки, что стимул в прямом переводе, да, это остро заточенная палка. Когда мы говорим о стимулировании кого-то, тут тоже может быть. То есть все-таки на видное место в кабинете? Ну, посмотрим.